новостей для экстренного сообщения. У нас грустные новости. Супергерой, известный как Человек-паук, погиб сегодня от тяжелых травм после очередного землетрясения в Бруклине. Наши источники подтверждают, что Питер, 27-летний аспирант, действовал в качестве врага. Мужа нашего супергероя оплакивает его жена Мэри Джейн и его тетя Мэй Парк. Это правда. Всеми любимого Человека-паука больше нет. Мой муж, Питер Паркер, был самым обычным человеком. Он говорил, любой мог скрываться под моей маской. Но вышло так, что паук укусил именно его. Буду по нему скучать. Да. А мы ведь дружили, знаешь. Можно вернуть, если не подойдет. Он всегда подходит. Рано или поздно. Он получил силу не по своей воле. Но он решил быть человеком-пауком. Для меня главное, что Питер дал нам возможность почувствовать свою силу. Так или иначе, подобные силы есть в каждом. В некотором смысле, мы тут все люди-пауки. И мы рассчитываем на вас. Рассчитывают на меня? Ты решил, что лично на тебя? Чувак, это же метафора. We'll be right back.